Здравствуйте. Добро пожаловать в мир вина. Меня зовут Фернандо Кастро. Я винодел и владелец винодельческого хозяйства Бодегас Лос Маркос, где мы сейчас и находимся. Сегодня мы будем дегустировать розовое вино Монте-Крус. Вино на 100% состоит из сорта винограда Темпраниллио. Вино, контролируемое по происхождению de Ovol de Peñas. Давайте посмотрим на цвет вина. Он светло-розовый, блестящий. Аромат насыщенный, с ягодными тонами. Ощущаются нотки малины. Вино легко пьется, прекрасно освежает, имеет легкую структуру, что очень важно для розовых вин. Это розовое вино послужит прекрасным сопровождением к закускам, салатам, рису, спагетти. Вино следует подавать охлажденным до температуры 6-9 градусов. Мне лично это вино очень нравится. Надеюсь, и вы насладитесь им так же, как и я.